Сегодня понедельник, и я, как обычно, приехала в Ленту закупить необходимые продукты. Давайте посмотрим, какие цены по состоянию на сегодняшний день в этом гипермаркете. Первым на моем пути оказался рыбный отдел. Давайте посмотрим, сколько стоит лосось. Так, все в пределах 1800 рублей. Стейки. Так, а филе 1999 рублей. Очень красиво. А это для ухи 399 рублей. Минтай 159. Горбуша по карте 499 рублей. Мясной фарш. Так, домашний 408. Фарш говяжий 399. Так, еще говяжий 529. Первый говяжий на слёт. Ага, спасибо. Видно вам? Да, видно, видно. Голень индейки 239. Так, голень индейки 219. Так, филе бедра индейки 379 и филе грудки 329. Так, свинина карбонат 279. Свинина окорок 239. Так, еще свинина 389. Свинина корейка 439. И свинина вырезка 469. Свинины очень большой выбор. Свинина окорок 269, на это со шкурой. Так, свинина грудинка 199. Так, а это уже говядина 479. Тоже говядина 569 лопатка. Говядья грудинка 469. Говядина толстый тонкий край 669. Здесь говядина шея 479. А это говяжий язык 849. Так, свинина печень 299 рублей. Так, а это колбасы пошли. Ну, вот, допустим, колбаса Дымов 1034,99 по карте. Ну, вот такие цены. Это все за 100 грамм. А это вареные колбасы, цены за 100 грамм. Сыры. Это все развесные сыры. Вот цены за 100 грамм. 104. Ну, это, наверное, за килограмм все-таки. Так, это тоже за килограмм.
Так, на этом стенде обычно то, что по акции. Вот, допустим, бекон сырокопченый 288. Так, а это детские сосиски великолукские, 129 рублей. Так, а это 114, кроличьи. Так, я люблю вот эти, welcome, а тем более еще и с сыром. Их цена 176 по акции. Также вот 169, 164, это все welcome. Очень вкусные эти сосиски. Так, сливочное масло. Вот это масло я люблю и всегда беру. Оно и на выпечку очень хорошо, и в кашу. Так, а это сыры. Так, цены, смотрите, 219, 229. Это все примерно в таких пределах. Но это все за 200 грамм, так что 100 грамм получается 1000 рублей. Посмотрите, какой сыр. Песто-зеленый. $1099 стоит. Писто красный. Это уже за 100 грамм. 109. А вообще очень путает людей, где за 100 грамм, где за килограмм. И все это в куче. Так, какой же мне бы взять сыр на бутерброды? Сейчас посмотрим. Так, здесь коллекция Белебеевских. Тоже все 229. Вот 349 купеческий. Не знаю, почему он дорогой. Я люблю швейцарский, но сейчас посмотрим, есть ли он. Он самый вкусный швейцарский. Его быстро разбирают. Да, не нахожу. Так, 1000 озер, 3 по цене 2, по 200 грамм. Вот этот сыр я брала, но он ничего хорошего, я бы сказала, ничего особенного в смысле. Так, кстати, смотрите, Белебеевский Маасдам, кстати, он хороший. Берете 2, так, если берете 2, то будет 169,99 стоить. Так, нашел мне работник и швейцарский нашел, взяла я. И вот Маасдам. 2 я штучки взяла по акции за 169. Почему беру много? Потому что у меня скоро будут гости из Архангельска. Ну, так вот, сыры вы примерно посмотрели, сколько стоят. Так, вот эти плавленые сыры есть тоже по акции 89 рублей. 89, 89. В общем, все они, смотрю, Хохланд по 89 сегодня. И вот тоже стойка, на которой представлены все сыры по акции, которые продаются на данный момент. Так, молоко. Так, молоко мне сегодня не надо. Ну, примерно цены покажу. 79 рублей. Домик в деревне 99 рублей. Молоко Калужская Зорька 92 рубля. Простоквашино 74 рубля. Так, смотрим сметану. Сметана
Калужская Зорька 109. Я люблю вот эту. Почему-то она мне кажется натуральной. Эко 84 рубля. Вот Брест-Литовец 122 рубля. Но сегодня понедельник, я с утра, еще идет выкладка, конечно, товаров. Так что здесь еще не все представлено, то, что будет в течение дня. Так, мне нужен творожок. Так, Савушкин рассыпчатый, 139-350 грамм. Не знаю, такой еще не брала, конечно. Простоквашино 320 грамм, 164 рубля, 9%. Ну вот я такой брала уже, конечно, не раз. Наверное, его возьму. Вкуснотеево 213, но это 750 грамм. M&M's новогодние же 184 рубля. Так, шоколадных конфеток сегодня хочу взять. Ну, тоже все цены за 100 грамм. Дело к Новому году, так что цены скоро на шоколадные конфетки будут поднимать. В Ленте любой день с 8 до 12 часов для пенсионеров скидка 10%. Так, 35. Ну, это с вафлями. Красный Октябрь Аленка 60 рублей. Так, птичье молоко 69-69. Так, возьму-ка я вот таких попробовать. Аконт Ричо 53-39. С арахисом и карамелью. Вот что мне надо, шоколадный соус. Он как раз сегодня по акции 119 рублей. Саладушками, блинчиками. И вот джемы. Посмотрите, 120 рублей. Цитрусовый, Махеев это. Так. Акция «Скидка дня» с 7 по 9 ноября. Все варенья, джемы, мед и орехи. 30% скидка. Посмотрим на кассе. В Ленте много выпечки собственного производства. В них вот вкусные вот эти лепешки. Но я их брать не буду, потому что и так слишком много пеку всего. Все это вредно для здоровья. Вот, посмотрите, какие у них есть вкусные. Коса сдобная. С разными начинками. С разными. Это цена за 100 грамм. Но они очень вкусные. Пирог Лента с мясом 69 рублей, но это я подозреваю за 100 грамм тоже. Цена за 100 грамм, да.
также есть тесто живое. Так. Это тоже вся выпечка их производства. Яблочек возьму. Яблоки Гала 79,99. Все, иду на кассу. Касс много, но с утра работает всего 1-2. Так, все упаковала. Мой чек получился на 1487 рублей. Вот такие цены я вам показала в ленте. Дорогие друзья, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки и до новых встреч. С вами была Галина.